На матч Кубка WAFF между главной и молодежной командами Краснодара пришло 17 333 зрителей. Молодежка спаслась в добавленное время 1-1, но уступила в серии пенальти 4-5. В двух последних матчах РФПЛ ЦСКА собрал 9000 играть с Тосно и 8000 играть с Уралом. Кубок WAFF будет вручаться победителю ежегодного матча главной молодежной команд. Средняя посещаемость матчей чемпионата России 2017-18 составляет 13 тысяч человек. Посещаемость Краснодара до зимнего перерыва в среднем составляла 23 948 человек. Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме.